Теория хаоса гласит, что даже небольшие изменения ведут к непредсказуемым последствиям. Эту зависимость называют эффектом бабочки. В EVE Online на ней держится весь мир. Представьте, что это вы, волк-одиночка, ведущий свой корабль по просторам космоса. Путешествуя, вы натолкнулись на беззащитную шахтерскую баржу, которую атакуют пираты. Если вы не поможете шахтеру, то он погибнет. Счет идет на секунды. Предположим, вы встали на его сторону и отогнали налетчиков. Шахтер благодарит вас, а через минуту к нему присоединяются его соратники. Они приглашают вас продолжить путешествие в их компании. Скоро выясняется, что этот отряд идет на соединение с большим флотом, состоящим из пилотов многих корпораций, принадлежащих к одному и тому же альянсу, воюющему с другим альянсом. Внезапно вы оказались на передовой. Решив помочь шахтеру, вы повлияли на исход войны. Тысячи игроков сошлись в битве эпических масштабов, а вы разделили радость победы с новыми друзьями, которые останутся с вами навсегда. Это сражение — не рядовой рейд. О нем узнают тысячи людей, живущих в одной вселенной, на одном сервере, в общем для всех мире. Здесь у каждого есть шанс повлиять на судьбу галактики. В EVE Online историю пишете вы. Например, вы могли бы помочь пиратам или просто пролететь мимо. Какой бы путь вы ни выбрали, вас ждут новые приключения. Здесь нет неправильных дорог. Важным будет каждый шаг. Только представьте себе, куда вы можете в итоге прийти. Если вам повезет, то вы окажетесь в центре внимания 300 с лишним тысяч человек из 230 стран. Добро пожаловать в EVE Online. Эта вселенная ваша.